Повелитель приказал отправить ее в темницу. Уведите ее. По делам ей. Фирузе снова бросили в темницу. Я не понимаю, почему они тянут. Ибрагим Паша проводит расследование. Пока он все не проверит, эту женщину не казнят. Ладно. Что касается твоего назначения, Хатидже-Султан лично поговорила с повелителем. И Нигер использовала как предлог. Получается, ты должен ехать. Ничего не поделаешь. Как вы посчитаете нужным? Рустем-ага, эта ссылка ненавечна. Обещаю тебе. Ты очень скоро сюда вернешься. Когда ты уезжаешь? Паша сказал, через месяц. Прекрасно. Для начала от Фирузы избавимся. А там и до Паши очередь дойдет. Повелитель, доброе утро. И тебе, Ибрагим, проходи. Ты что-нибудь узнал? Я лично встретился с несколькими особами, близко знающими Тахмаспа и его семью. Девушка говорит правду, ее зовут Фирузе Бегум Хан. Ее отец Сиит Ибрагим, дядя Тахмаспа. Он был очень важным человеком в государстве и известен своей близостью к брату Тахмаспа Саммерзе, даже хотел возвести его на престол. Когда же до этого дошло, Тахмасп начал действовать, и шейх Сиит с семьей бежал. Однако они погибли, когда корабль, на котором они плыли, потопили. Фирузе считают погибшей. Значит, эта девушка не шпионка, так? Да. Очевидно, молчала, боясь, что ее выдадут персам. А это верная смерть. Что вы прикажете мне, повелитель? Вставай, женщина, мы уходим. Матушка, я приходила Джахангира проведать, а вас не было. Немного погуляла в саду. Что-то случилось? Я узнала о Фирузе. Поверить никак не могу. Оказалось, у этой женщины столько тайн. Не упоминай имени этой проклятой, Мехримах. Ведите ее, госпожа. Что случилось, Афифа Хатун? Что эта женщина здесь делает? Почему ее выпустили? Это приказ повелителя.
Он велел выпустить Фирузе и перевести на этаж фавориток. Да. Повелитель, Хюрем Султан пришла. Зови. Сулейман. Говори, Хюрем. Только быстро. У меня много дел. Что же происходит? Фирузе освободили и опять вернули на этаж фавориток. Это я так решил. Следствие показало, что девушка не шпионка. Как это? Она что, продолжит жить так, будто ничего не произошло? Я еще не принял решение о ее судьбе. Сулейман. Девушка-мусульманка. Она никак не может оставаться в гареме. Что ты будешь делать? Неужели совершишь никах ради того, чтобы оставить ее в гареме? Знаешь о моем решении вместе со всеми. Но это решение изменит не только ее жизнь, Сулейман, но и мою, и жизнь наших детей. Сулейман, прошу тебя, не забывай об этом. Госпожа. Сюмбюль, что такое? Говори. Повелитель уже вынес решение? Госпожа, Фирузе Хатун только что вышла из своей комнаты. А Фифе Хатун сказала мне, что ее повелитель позвал. Думаю, что решение касательно ее судьбы уже принято. Наконец-то. Госпожа, как оказалось, эта женщина не шпионка. Значит, она может здесь остаться только при одном условии. Никах. А если повелитель пойдет на это, что мы будем делать? Госпожа. Назлы, выйди. Джихангир будет со мной.
Повелитель. Подойди сюда, Фирузе. Теперь я узнал о тебе все то, что должен был знать. Значит, теперь ты понял, что все мои слова были правдой. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений в принятом решении. Сулейма. Каким бы ни было твое решение, знай, что до последнего вздоха мое сердце будет биться ради тебя. Позволишь, останусь. Прикажешь уехать. Уеду. Велишь умереть. Назлы. Повелитель прислал меня к вам. Фирузе Хатун, ее участь уже известна, госпожа. Вы тоже должны о ней узнать. Говори. Из гарема ее было решено выслать. Скажи, ее во дворец Тахмаспа отошлют. Нет, госпожа. Я не увижу.
Какой печальный конец. Зачем вы пришли? Попрощаться со мной? Ну, можно и так сказать. Не волнуйся, у тебя еще будет время, чтобы собрать свои вещи. Ты проиграла, Фирзе. Собственно, это и так понятно. Если бы ты раньше послушала меня, сейчас бы ты не уезжала отсюда, как побитая кошка. В любви. Если, конечно, она настоящая. Нет победителей. Нет побед. Потому что любовь принадлежит проигравшим. Она словно огонь продолжает и дальше гореть в сердце. Все проигравшие утешают себя одинаково. А вот мне интересно, если бы повелитель захотел, чтобы ты осталась, что бы ты сказала? Уверена, что ты прибежала бы ко мне с победным кличем, разве не так? Я и есть та настоящая любовь, о которой ты говоришь. И решение повелителя это доказывает. Помнишь, мы с тобой заключили сделку? И если проиграю я, я готова выпить этот яд. А ты, Фирузе, сможешь его выпить? Можете не сомневаться. Я не буду требовать, чтобы ты выпила яд. Ведь для этого в твоем сердце нет ни любви, ни храбрости. Ты должен все предусмотреть. И я хочу, чтобы Фирузе больше никогда не попадалась мне на глаза. Это просто, госпожа. Она же из династии сефевидов. Я сообщу кое-кому, и тут же объявятся люди, которые захотят увести ее в Персию. Рустемага, ты читаешь мои мысли? Там в живых ее не оставят. Ее непременно казнят. Рустемага, цена предательства велика. И Фирузе Хатун должна поплатиться за это.